Друзья, всех приветствую! Многие интересуются, какую систему я применяю на крупном формате. И наконец-таки я получил новую партию и с радостью поделюсь с вами. Вот такие вот у них идут щипцы. Это запатентованный инструмент от Taller Expert. И у них идут вот такие вот зажимы. 1 мм в упаковке 500 штук. Да, и они довольно-таки долго подбирали материал для изготовления зажимов. И остановились на золотой серединке. Получились очень крепкими и в то же время эластичными. Хорошо зажимают керамогранит и легко удаляются. Также присутствуют зажимы на 1,4 мм. К ним идут вот такие вот клинья. И здесь тоже долго подбирали материал, чтобы он мог послужить намного больше, чем другие. Производитель обещает, что они якобы вечные. Ну что ж, мы проверим, насколько это правда. Время покажет. Ну а кого заинтересует эта система, я на всякий случай оставлю ссылку в описании видео. Ну а кто закажет через мой промокод, тому скидка 10%. Ну что ж, теперь попробуем применить эту систему на крупном формате. Как вы уже заметили, эта система удаляется даже в том случае, если залита клеем. Это уже прогресс. Давай, поехали. Новые СВП-шки, толкают только так. О, это ученик приехал. Здорово, как зовут? Здорово, Семен. А зовут как? Семен. Серьезно? Серьезно. Семен? Семен, ну, с города Челябинска. Челябинску привет. Что ты? По Вере привет. Что ты в городе Майкопе делаешь? Да, отдыхать приехал, блин, зарабатывать деньги, работать, учиться. В Челябинске тоже работы хватает. Да, короче, новый ученик немножко решил поработать со мной. Вот. Так что следим. Научиться опыту. Да, следим, что будет происходить у нас. Будем снимать, фиксировать. Ну и чем можем, тем поможем. Что знаем, что покажем. Все, давай. Давай, шуруй. Как тебе СВП-шки? Нормальные эти? Да, нормально. А че, че, нет? Ну, как они щелкаются, да? Нормально щелкаются. Давай. Хорошо. А у меня на сегодня все. Всем пока. Спасибо за внимание.